А, ну и да, если ты хочешь видеть не только мои реакции на разные видосы, но и реакции на аниме, а в будущем мультфильмы и фильмы и сериалы, то подписывайся на Boosty. Кроме всего этого, там есть другие бонусы, ссылка внизу в описании. Эх, блин, эти кассеты, у меня прям такая ностальгия, когда я их вижу по детству. Сколько камер, кстати. Когда мы в клубе, в моем стакане бар. Если у тебя есть рот, я его ебал. Как дела? Это новый Bentley Continental. Отсылка, кстати, как дела? Это новый Cadillac. 2-2, Кипр, Дубай. Бизнес, виза, гражданин мира. Пацаны из России, осьминог и когти, роли масол, Марина. Let's get it. Казаки Америны, твоим ебали. Как в целом ты не прав, плевать на детали. Ламборгини, Авентадор, помидор, светофор. Скажи, что я мажор, мне похуй. Гавана у мама. Я бюром за дымами, что на вид даже меня. Я люблю поопытней, ведь рос не по годам. Я делал кэш, пока ты бегал, сука, по учителям. Я не смогу устроиться работой, но могу нанять любого на себя работой. Чуть тебе важнее будет, сам решаю, йоу. Ну а мне сейчас важнее, чтобы, суки, была жопа. Придется убивать. Зачем? Бутан, клан, твою мать. Наш Эмплес, он VVS. Со мной лишь шарма, теперь запрещенка. Пропаганда, и наркотик. На наших татуировках наш Эмплес, он VVS. На Алишер мы теперь запрещенка. Пропаганда, классный кадр. На наших татуировках пища мои на кэше. Сука, на всем навеши. Перевел все на лейшу. Поменял локейшн. Пища, там мы висим, но не гамаки. Что-то дымит, но не табаки. Что-то бип-бип, не дымать. Ну, значит, прикольно, как их два голоса вместе звучат в такие моменты. Это не слизь. Елджей. Блин, я впервые вижу, как пишется его имя по-английски. Ну, прям необычно. Все. Запись окончена, которая была произведена на кассету. Прям реально ностальгия из детства, потому что я бабушку всегда просила записывать мне вот так вот мультики на эту кассету. Затем, если я была в школе, она мне их записывала, я приходила домой, она мне их ставила. Ех. Ну, могу сказать, что это не самый мой любимый, понравившийся мне трек из альбома Моргенштерна. Если что, реакция, кстати, на сам альбом есть на канале, но в целом, такой чисто на расслабоне, на чили, в принципе, сам клип и сам трек. А еще совсем забыла сказать про одну деталь. Там же у него в клипе камеры, и у него как раз-таки в альбоме был один трек про то, что его постоянно снимают 24/7. Вот она, эта комната, в которой понатыканы камеры. Ну, я думаю, те, кто слушал альбом, поймут, что именно это за трек, может быть, это некая отсылка. Пишите в комментах, что думаете. Как-то так. Такая реакция странная, наверное, очень быстрая получилась. Ну, а с тобой была Юмилия. Спасибо за просмотр, и пока. Еще увидимся.